В Сургуте задержали девушку, подозреваемую в грабеже магазина. Об этом сообщает пресс-служба окружного ОМВД. Инцидент произошел в одной из торговых точек поселка Белый Яр. Туда ворвалась грабительница, вооруженная молотком. Она разбила витрину и, угрожая продавцу, похитила из кассы 10 тысяч рублей. Полицейские искали злоумышленницу в поселениях Сургутского района и в самом административном центре. Нашли в Сургуте. Грабительницей оказалась 20-летняя девушка, которую раньше уже привлекали к административной ответственности за мелкое хищение. Она рассказала, что поступок – это месть продавцу, который не разрешил ей накануне погреться в магазине. Теперь ей грозит 7 лет лишения свободы.